Трудовая книжка – это как книга жизни. По ней можно понять и узнать, чем ты занимался всю жизнь, что ты делал, как жил, как развивался. Мне выписали эту книжку в 1977 году. Это был главный документ, по словам родителей и старших товарищей. Сразу после окончания школы, в 1976 году, я, завалив экзамен в театральное, поступила в ГПТУ номер 42, где проучилась год и устроилась работать в энергосеть проектный институт переплетчиком третьего разряда, где работала до того, как уволилась в 1978 году замуж. Муж проживал и работал в городе Камышлове, где мне не удалось устроиться в типографии, и мы поехали в Каменск-Уральский, где жили его родственники. Тут же в это же время Зоя выходила замуж, и я была у нее свидетельницей. В Каменск-Уральском мы снимали частное жилье, и я устроилась на радиозавод переплетчиком третьего разряда, где через год мне повысили четвертый разряд, и в 82-м году пятый разряд. На этой фотографии 4 месяца беременности, и прическа сделана в салоне красоты города Ленинграда, где я училась заочно. Родила я в декабре 79 года миленькую, хорошенькую девочку Аню. Потом я уже делала химию позднее. В 84-м году переводом, чтобы не терять стаж, я пришла работать в райком комсомола Красногорского райкома. И работала год. Потом в 85-м была исполняющей обязанности заведующей сектором учета. В 85-м году меня перевели в этом же здании на должность коменданта райкома партии. И я работала до сентября 87-го года, пока не уволилась по собственному желанию переводом в другой город в связи с переездом. На этот период я уже разошлась с мужем, к сожалению, он много пил. И разменяла двухкомнатную на однокомнатную и нашла равноценную в городе Волгодонске, где я устроилась в Волгодонский проектный институт на период декретного отпуска переплетчиком в 87-м году. И проработав год, устроилась на радиозавод. На радиозавод, где проработала до 91-го года переплетчиком пятого разряда. В 91-м году впервые в Волгодонске открылась социальная служба, где меня приняли социальным работником. В 92-м году мне присвоили первую категорию, пятый разряд социального работника. В 93-м году я перешла работать в Управление социальной защиты населения, где работала долгое время. Общей сложностью я проработала в социальной службе 5 лет, но переименовывали постоянно, то бытовой помощи, то по проблемам семьи, то социальной помощи. Постоянные записи в трудовой в связи с категориями, с назначениями. И в конце уже мне присвоили первую категорию в 97-м году. А уволена я была в 98-м году 29 июня. И посмотрите на паспорт. 31 мая 98-го я была уже в Америке, а мои документы еще были на работе. Это были самые лучшие мои годы, очень трудные, но самые лучшие.